раз, раз. Мы шли по ГУМу, и это, тут какой-то парень, короче, здорово, еще один парень. Какой-то два каких-то парня, ну, вернее, один сначала, потом второй подошли, вот, типа, оказывается, что, давай, это, ты откуда? Из Волгограда. Из Волгограда. Давай, давайте еще. Еще раз, здорово, чувак. Вот. Во, ну и сам из Волгограда, короче, вот, решил. Короче, как... ты проходишь 90-рублевый, да, продукт. Да. Вот, купил его где-то, ну, неделю назад, вот, всю теорию как бы сделал, вот, а практику, у меня получилось так, что реально у нас в Волгограде, как, на мой взгляд, реально, как бы, девки, не как бы отмазка это или не отмазка, просто реально такое ощущение, как будто все девки уезжают от нас. Просто какой-то, ну, то есть ты приехал в Москву, просто сел на самолет, да, и прилетел попикапить на выходные. Да. Но это, ну, даже не на выходные. У меня получилось то, что отпуск, и я решил, короче, в Москву мотануть, чтобы пройти. Здесь просто девок нам намного больше, реально симпатичных. И масса девок как-то. Ну, блин. Вот это мне как-то. Ну, в общем, смотри, раз ты попался, сюда. Вот мы сейчас хотели это, повесить петличку, ну, посмотреть, как бы попинать человека. Может, что-нибудь интересное из этого выйдет. Да я говорю нормально, что-то. Что, не слышно? Вот. Там. Давай, а это, сейчас, ну, наденем на тебя, прогуляемся. Когда ты, как бы, выходишь за свои рамки, а потом к девке подходишь, мне даже захотелось к девке подойти, которая рядом была с пацанами, чтобы, как бы, впереди выгнуться. Нет. Так лучше не делать. Да нет, я как раз подошел с ней, пообщался нормально, потрогал, там, понюхал, поцеловал. А что сейчас будем делать? Просто мы, да, решили, нет, вот, ну, там, полчаса попинать человека еще раз, да, то есть... Ты сейчас на стадии приветов, да, говоришь? Ну, вообще, да. Ты же уже горлом делал. Вообще делал, да. Но как бы не особо получалось, но что-то пытался реально давай делать. Давай хотя бы сейчас привет с комплиментом разгонимся, там, раза 3-4. Да ради бога, да. Ну, то есть вот прям с этого начнем, потом попробуем что-нибудь зазнакомиться. Ну, то есть как бы обратку лучше давать, конечно, по знакомству в целом. Ну, или по горлому, например. И у меня давай, такая фигня. Это, ну, пойдем. У меня такая фигня, когда вот... начинаешь общаться, да, и вроде как привет, ну, все классно выглядишь, и реально девушки иногда... А вон три идут какие-то. Только ты рядом с нами не потому что мы будем палить камеру, пойдем. Здорово. Привет, девчат. Здравствуйте. А постойте буквально, а на секундочку. Стоим. Да просто классно выглядит, решил к вам. Спасибо. Встать. Пойдемте на улицу. А что такое? Нет, секундочку. А я буквально секунду, даже 30. Секунду. Вот постой, вот нам реально. Надо выйти. Стой, секунду. Да вы просто классно выглядите. Все, пока. Они, кстати, увидели, да, камеру. Увидели? Да. Потому что мы с нами ебалом торгуем. Да плохо, погнали, да. Ты лучше иди впереди с Володей, а вот мы за эту кучку. Да, мы вообще как бы... Да, я вижу, да? Конечно, делал. Ну, получается, все этапы делал, просто не на максимум. Ну, ты сам сожалел, у тебя друг какой-нибудь был? Да. Ну, там, с кем ты делал? Ну, вот же. Ну, то есть, мы с ним вместе делали? Нет, я только один делал. А вот. Мне вот... Да он просто ходил рядом. Не хочет, да. Я ему говорю, давай сейчас, короче, мы просто с тобой походим. Типа, ты чуть-чуть, ну, что, как бы, игра, да, такая была, что прикольно. Я понял, как-то второй такой. Вот, да. Новом онлайне сделали час в Телеграме. Ну, я же смотрел, да. А давай с наушниками откроешь, да? То есть просто еще раз. А ты покажи, что... Попробуй, ну, нет, а я это как не смущало, а да? Я когда привет делал, мне я много девок с наушниками открывал. И самый что прикол, некоторые типа как просто игнорят, а некоторые да, привет, классно. Ну, вот такая фигня. Реально просто. Давай очень. Сейчас смотри, если они будут. Владимир. Да это не я. Незнакомый, к сожалению. Спасибо. Я покупал и прочитал разные вещи. Не прочитал до конца. Я понял. 50%. Но читать-то можно? Слушай, очень много заданий. Только не снимай человека. Я понял. А это что за книжка или продукт? Очень много заданий, которые надо делать. С твоим словом снимаю. Но он не стоит. Ты все равно лицо закрыл. То есть все-таки надо какой-то там медаль.
контакты есть, то есть, если что, то... Ну, ты приходи, не знаю, ну, быть на какой-то или что-то. А ты так книжку только или с флешки брал? Книжку. А не вижу смысла в флешке, что смотреть. Там флешка, мы сами как бы делаем. Ну, видео задание так очень много сетей. Нет, там другое, мы прям, допустим, 50 приветов. Как их делать, там, привет, комплимент. То есть мы сами идем и делаем все задания тренинга. Но это так, как бы на будущее. Мы ее сейчас пока закрыли. Ладно. Спасибо. Рад знакомству. Мы потом, если что-то где-то будет, все равно закроем, не переживай. Это. Че я говорил? Если смотри, они сейчас будут как-то нормально реагировать, давай тогда мы уже вообще не продолжать. То есть нам надо просто посмотреть в целом, что там у тебя, какие косяки. Да косяков во всем хватает. А насчет чата в Телеграме, да, то есть, ну вообще, мне повезло, там, ну ты, может, там знаешь историю. У меня там друг был Миша, он и сейчас есть. Ну, видал, да. То есть мы с ним все время тусили, и мне не надо было его подпинывать, то есть там, а ему меня как бы, ну оба как-то раз взяли, сфотографировались. Вот это самое классное, вот мне тоже такая фигня. Надо еще пинать, вон куда ставит блестящие плеча. Да. А что ты сказал? Я мне что-то про плечи заведу. Космические? Как ты говоришь? И что? Привет. Слушай, а можешь буквально вот эту книжку? Хрен с тобой. А? Ну, типа не может, и все, она, блин. Ну, уходит, и не может. Смотри, она ждет кого-то. Возможно, ну, да. Чувак. Возможно, там это бабушка, да, то есть, ну, как бы... Самое главное, знаешь, ну, не воспринимать это на свой счет, да, то есть твоя задача подойти, сделать какую-то попытку. Вот, у меня, короче, геймор, я постоянно, блин, заморачиваюсь перед каждым разом, это меня прям парит очень сильно. Оно проходит, понимаешь, через какое-то время, ну, то есть... Понимаю, все равно понимаю, да. Да. Звучало, знаешь, это я понимаю. Вот, кстати, как обреченность такая, да, придется прикинь подходить. Это да, это вот реально, ты говоришь, как колесо, да? Блядь. С него надо вскочить, но, опять же, там люди, они, как правило, ищут какие-то, блядь, другие способы, более легкие, знаешь, там, дай-ка я, блядь, попробую так, там, сайт знакомства, да, попробую там наебать себя, что мне не надо, это что это, типа, я уже старый, ну, там, знаешь, там, что это несерьезно. Ты, понимаешь, от себя не лежит путь. Привет. А постойте буквально на секундочку. Да вы просто классно выглядите. Решил сказать. Все хорошего. Это же еще не все. Подождите 5 секунд, раз уж вы попали. Бежать. У тебя пайетки, короче. Да. У меня, кстати, тоже пайетки на майке. Молодец. У меня есть такая пайетка. А вы интересные такие, да? Я вообще думал, что издалека лет 18. Мне нравится миниатюрная женщина. Слушай, а я можно буквально на секунду тебе пару слов скажу? Это важно. Я сейчас верну. Нет, то есть серьезно. Вдруг мы с тобой поженим. А какие причины? Ну, потому что у меня есть молодой человек. Уже есть. Да. Будет два. Я буду лучшим, а он так запасывать. Ладно, хорошая вещь. Пока. Ну да, чувак, смотри, ты сказал, что ну, можно было дообщаться дальше, да? То есть, пойдем. А ты типа, ну, это круто, что ты хотя бы это можешь сделать, да? Ну, то есть, если ты видишь, что реакция хорошая, ну, то есть, ладно бы они тебя нахуй послали, да? Если видишь хорошую реакцию, то, мне кажется, ты сам Бог велел там хоть что-то еще туда потрендеть. И чем больше ты там находишься, то лучше тебе, тем это круче. Это я помню, но говорю, у меня просто после этого, у меня ступор, бац, и все. По поводу микро, у нас оно, сейчас я позволю себе охуеть. Сейчас. Я вот так вот вытащу. Здорово. Вот, смотри, сейчас. Вот. Ну, то есть... Ну, чтобы все-таки лучше было, да, слышать, мало ли что там, я не знаю. Но вот сейчас было прикольно, кстати, то есть, ну... Давай. У меня опять же после привет, смотри, да там, классно вышло, а и опять горлом, ступор, раз, короче. Ебашишь горлом, там, не знаю, столько раз, сколько нужно. Пытаешься, ну, со стороны, просто видишь, например, девушку, там, не знаю, любую сейчас. Ну, тренируешься даже, когда ты не подходишь. Ты думаешь, что бы я ей сказал? Например, вот идет там джинсовка. Я бы ей сказал, мне спасибо. Что вот сейчас еще вот такие короткие штаны, ты мне напоминаешь Шурика из приключения Шурика.
операция «У». Тогда тоже носили такие штаны. Вот. И мне кажется, это вообще не по погоде, но холодно, можно замерзнуть. Да. То есть это мое, что в голову пришло. Там, глядя на какую-нибудь, не знаю, вот на эту, я бы сказал, что такие чистые кроссовки, как будто они у тебя либо новые, либо ты каждый день их там протираешь чем-то. Я вообще с никем. Короче, самое одно из самых основных — это горлом, да, получается? Да, то есть ты можешь, если тебе прям тяжко с самого начала, можешь хотя бы просто ходить, говорить, у тебя кофта такая какая, знаешь, пестрая такая, как у меня это, ассоциация, когда помехи на телевизоре какие-то. Вот, зеленая шляпа. Похоже на какую-то стеклянную голову. Ну, то есть, нет, ты главное, чтобы ты их не засирал. Давай еще пару этих сделаем. Пока нечего давать обратку, да, потому что, ну, он подходит, да, ну, там, привет, комплименты, и дальше он, как бы, они нормально улыбаются, реагируют, но он, как бы, слился. Сейчас еще поищем. Давайте еще, Володя. Да. Идите на улицу, выпить. Идите нахуй, там холодно, чувак. Там, да. Антоха мерзнет. Да. Открывай, конечно, такой. Вот, допустим, видишь, уже заранее думаешь, что бы ты ей сказал, вот это с телефона. Попробуй это ответить. С телефоном? Да. Ну не важно, я тоже говорю, попробуй ответить. Привет. Ты просто классно выглядишь. Спасибо. Тебя как зовут? Эмилия. А? Эмилия. Эмилия? Фигать, какое у тебя редкое имя. Меня Игорь зовут. Игорь. Очень приятно. Холодные руки просто. Ты что говоришь? С улицы. С улицы. Что, кстати, колечко интересно. А ты что вообще здесь? Кого ждешь? Сестру. Сестру ждешь? Они просто шарф прикольный. Меховой еще? Или из чего он сделан? Ты извини, что так тебя трогаю, ничего. Реально прикольный шарф. А тебе сколько лет вообще? 20. Мне казалось, что ты чуть-чуть постарше такая. Нет, ну выглядишь правда так. Хорошо. Слушай, Миля, а давай с тобой как-нибудь увидимся? Вечером или когда-нибудь так? Давай, я знаешь, как сделаю? Я запишу твой номер. Да как бы, погоди с парнем, я как бы тебе, как бы, на парня тебе не набиваюсь. Я хочу с тобой раз вообще увидеться. Просто я всякую люблю, когда с тобой парнями. Ну смотри, у тебя с парнем как вообще, серьезно, что там замуж, не замуж? Просто, нет, просто смотри, в отношениях разные реально такие штуки бывают. Не, ну смотри, просто сам был в отношениях, такая фигня, и просто реально все бывает. Я в отношениях, неважно, замужем я или нет, я в отношениях. Я тебя понял. Ладненько, давай тебе всего хорошего. Спасибо тебе. Приятно было с тобой пообщаться. Давай, всего тебе хорошего. Что говорит? Ну, то, что типа, все-таки, ну, отношения парень и вообще, типа, никак. Практически не слышал там диалог. Ну, я понял. Я бы что сделал? Я бы ее сразу не трогал, ну вот, хотя она нормально в этот раз реагирует, да? Ну, то есть, как бы, иногда девки реагируют плохо. То есть, ты ее там раз практически сразу трогаешь. Угу. И вот она все в телефоне, но она потому что стесняшка. То есть, видно, что и не потому что ей плохо, она не знает, как реагировать. Возможно, с ней там не часто знакомиться, да? И она, типа, там, ну, сама стесняется и как-то вот делает вид, что в телефоне. Я бы попросил ее отвлечься. Что, отвлечься, да? Здесь все складывается из мелочей. А вот с невербаликой, я всегда хотел спросить. С невербаликой нормально, вначале был какой-то там пняк, что ты прям как-то вот так вот, то есть там пару раз. Она очень тихо говорит, и я не слышал ее. В целом нормально. Еще и один из плюсов, да, что ты там, допустим, невысокого роста, но там, типа, девушка такая, там, 2 метра в холке, тебя не смутило, потому что это один из основных, там, как бы тараканов мужиков, кто ну, там типа тоже такой, ну, среднего такой роста или ниже среднего, то что они думают, ебать, она там длинная, короче, это большой плюс. Я просто не слышал диалог, вот ну как бы хотя пытался, я да, помню. По невербалике нормально, тут зачастую как бы, то есть если ты со стороны выглядишь нормально, что говорить, это вот прикрутить не проблема, как бы, если ты можешь подходить вообще, ну, как бы, если тебя не колбасит, понятно, что ты волнуешься, понятно, что там еще, блядь, сейчас снимаем на камеру, но
Но в целом неплохо. Давай еще подходим, сделаем какую-то интересную. Она при этом положительно реагирует, понимаешь? То есть ты все равно что-то туда продолжаешь закидывать. Ну я такой фигни, у меня привычки вот такой вот еще не выработалось, что увидел и подошел. Хотя она для меня она самых основная. Еще как раз, она как бы выработается, ну, как бы в процессе практики. То есть она, ну, как бы, люди ждут все время какой-то подходящий момент, да, какой-то да, такая случится фигня. Вот что-то. Я что-то сделаю там другое в этой жизни, тогда будет что-то вот там, тогда я начну делать. Не, нифига, то есть это вот прикол. Чем раньше от этой иллюзии избавишься, тем лучше. Вот я научусь. Как ты научишься, кстати, это закон? Как ты? Ну вы так кричите даже, Миром. Какой ты замкнутый круг у вас получается. Да. Че, ну это какие-то такие, знаешь. Маленькие или че? А может где это фестивальное, там подойти? Фестиваль? Идите вы на улицу, улицу ходите, идите на улицу. Ну давай, ну еще вот прям одну, и я думаю, будет одну, если это нормально будет, подход будет достаточно. Иногда люди просто с нами там, ну, как бы, там Антоха, Дима, то есть это вот мои лучшие. Да я знаю. Когда они с нами просто потусуются, привет, здрасте. Ну тоже мама с дочкой. Ну да, я вижу. То есть вот, они все равно чем-то заряжаются, это дает им какой-то плюс. Может быть, вон он придет. Привет. А постой секундочку. Блин. Ну. Ты что говоришь? Как? Не, а и все. Нет, привет, и все. Как пошел на? Ну да, да, типа там. Кош, это нахуй? Почему нахуй? Я сейчас тупану всю воду. Да ладно, хорош, но она сразу бы изначально это. Еще раз, старайся, если есть возможность, замаскировать это под какой-то беспалевный такой типовод. Нифига себе. А не как будто ты специально туда это, ломишься. Ну то есть как-то не показаться в капельке. Сам повыбирать, то есть, но опять же, если ты будешь все время ждать, там, когда тебя друг пнет или что-то, то есть, ну нафиг. Или если опять же друг, возвращаясь с теми друга, будет такой вот, как бы, тянуть с тебя, да, вот то это вот, да, выбирать это нахуй хорошо. Его, короче, кишлар, ну может не хочешь, как бы вот. Дома, ага. Но тебе будет проще, если ты будешь делать это один. Лучше одному, чем как бы с другом, который и сам стыдно, еще тебя чморит там. Ой, да ладно, там она тебе там. Не даст телефон, еще что-то, никаких дизайнов. Не, у меня такого нет. Он как бы, ну, пытается все равно подбадривать, а я как бы, ну, все равно какой-то, блядь, ступор, короче, ну, я хер его знает. Вот реально, вот, проблема в том, что, чтоб раз и подойти. Вон на стороне какие-то, да, мы смотри, выбираем. Конечно, все не вот прям мать, ну, вот это белое, да нет, ничего. Давай попробуем. А. Извините, пожалуйста. Привет. Да вы просто классно выглядите. А можете секундочку потормозить? Я вот буквально на секундочку и я отпущу. Просто хочу пожелать вам хорошего вечера и все. Спасибо. А большое. Вот буквально, ну, правда. На секундочку. Просто как вас зовут? Как вам пожелать вам? Кому? Юля, да? Маша. Маша? Может? Меня просто Игорь зовут. Очень приятно. Вы реально прям классно выглядите. А вы куда вообще сейчас идете? Гулять. Гуляете просто? Да. Холодно на улице. Нормально, ну вы если потеплее тепло. Оделись, бы вам было бы тепло. Ну я просто в основном вот, где-нибудь в кафешке сесть, не знаю. Ну мы погулять. Посидеть. Погулять? Нет, ну вы реально очень классно выглядите. Спасибо. Спасибо большое. Все хорошо.
Всего вам хорошего. Вам приятного вечера. До свидания. До свидания. Удачи. Можно было сейчас телефон еще взять? Ну, мне кажется, да. Тогда иди, который больше понравился. Пойдем. Темный. Скажи, я тебя еще на секундочку оттащу, просто поплащу, ну, пару слов на прощение. Это очень важно. И вот так, видишь, не дожидай, секунду, оттащи. Короче... Это понятно. Да нет, слушай, вот можно буквально на секунду тебя просто, я хочу тебе сказать пару хороших слов наедине. Правда, это очень важно. Правда, правда. Ничего плохого я тебе правда не сделаю. Просто реально хочу тебе хорошее слово вообще пожелать. Опа. Извини, конечно, что я заикаюсь, но просто немножко волнуюсь, если честно. Ничего страшного. Слушай, я реально просто шел тебе, просто понравилось, короче. Просто хочу с тобой еще чуть пообщаться. У меня молодой человек есть. Да? Нет, ну смотри, если как бы прям любовь, там замуж, женить. Нет, смотри, просто... Короче, хрен. Спасибо, что подошел, познакомился. Правда, приятно, но молодой человек. Ладно, давайте, всего вам хорошего. Пока. Слушай, а че вот она не отделилась, почему? Ты говоришь, давай отойдем, она говорит. Не-не-не-не. Она ничего не говорила, она молчала, я ее. Нет, а ты ее тащишь. Это почему к ней приросла? Почему так было? Да хрен узнает. Но ты ей что-нибудь говорил, типа, я все-таки хочу наедине. Да, анонимный там и так далее. Ну я сказал то, что хочу тебе пару хороших слов наедине сказать. Она молчала, я как бы начал ее оттаскивать. Вот. А потом вторая, типа, сказала, вот та смотрит, что-то. Типа камеры, что ли, вот такая фигня, короче. Про камеру типа я слышал. Типа, да? Или то, что их да снимают. Нет, ты гонишь, ты что? Не-не, ну потом ты послушаешь, она говорила, ну, вторая может, подруга насчет камеры говорила. Но если камера, то тут как бы вообще ни о чем. Может быть, типа, смотри, возможно, их я снимают понял, такая фигня. Что бы, ну, я не слышал диалог, я что можно было сделать лучше, да, то есть если реакция нормальная, ты что-то, ну, поболтал, пожелал и свалил, то есть, ну, как бы, это вот о том, что, как бы, думаешь, ладно, подойти, подошел, хух, как бы, но телефон хер с ним, там, вдруг она меня хоть здесь обломает, это будет, ну, неприятно, то есть, блядь, пробуй, если нормальная реакция, тут, как бы, сам Бог велел, надо доводить до конца. Ну, она, типа, то есть, ты у себя вырабатываешь навык, что, типа, нихуй, ну, да. Как бы, зато ты потом скажешь, я сделал все, что мог, а не будешь ходить и думать, блядь, надо было сказать, там, мы ему дали какую-то обратную связь за это, то есть, как бы, ему хорошо, и нам хорошо, потому что есть что вам показать. Вот, можно такую плюшку сделать, что, в общем, желающие, если кто-то из Москвы или в Москве, хотя вот человек приехал с Волгограда, ну, то есть, вот, как бы, приехать не проблема, если у вас есть желание, да, есть такая плюшка, бесплатно мы вас, допустим, час, вот так вот всей командой, попинаем, дадим обратную связь, но единственное условие, что мы вас выкладываем, мы себя на канале показываем, но это большая, как бы, ну, сказать, не знаю, большая плюха для вас. Что скажешь вообще? Ничего. Не знаю, что-нибудь скажи, короче. На самом деле прикольно было. Смотри, реально камеру, просто хотелось увидеть вас всех, потому что каждый раз просто видишь вас на видео, вот. Ну и хотелось как-то вживую. Я первый раз прилетал, почему-то вас никого не нашел. А сейчас вот мы, короче, гуляли, говорю, бац, вы. Я говорю, все, стопы, надо по-любому. Деньги. Я такой вообще изначально хотел просто посмотреть со стороны, как вы подходите, как бы общаетесь. А мы ходим, короче, пытаемся снять какой-то новый контент для канала и понимаем, что нас уже блевать тянет от всего, что мы там контент, подходы, не подходы. Ну, вот это все уже не так интересно, ребят, как бы, но... А вот попался человек, и поэтому, как бы, наоборот, нормальный видос, я думаю, будет. Ну, как бы, кому-то будет интересно. Просто потом, знаешь, Антош, где вот этих, где мы просто ходим, ускорить. Можно это ускорить, даже не вырезать, и все. Вот. Ну, это было полезно? Конечно, было полезно. Очень даже полезно. Вот приятно. Пока разогнался, давай сейчас, тем более вечер, то сиди вон куда-нибудь на Петровку, на Камергер. Я бы, кстати, докуда дошел. Можно. Да его больше не будем снимать. Так сегодня понравилось мне, когда мне не надо подходить. Да, пару раз можем еще раз. Раз, два. Давай попробуем. Короче, смотри, да, ну мы на всякий случай попрощаемся, но мы сейчас это... Давай, давайте, пока. Попробуем еще пару подходов снять, может, будет что-нибудь прикольное, интересное. То есть, все равно же прикол. Или можем, знаешь, потом распилить, там, сделать, например, несколько там, часть одна, часть вторая.
Как-то так. А, дай-ка, я же не могу без рекламы. Короче, ребят, 7 апреля стартует онлайн-тренинг, который называется... Ну, видишь, даже бог с нами. Вот, который называется «Знакомство, отношения Шамшурин». То есть осталось, ну, там, не больше 2 недель, поэтому успевайте забронировать себе место. Под видео ссылка, ну, на страницу регистрации оплаты. То есть вписывайтесь, ребят, ждем только вас. Будет чат в Телеграме. Вот у человека был вопрос, что у него друг... Это он про тебя говорил? Про другого друга, который ни хрена ничего не делал, короче. Вот, а, ну, как бы, друзей надо искать таких, которые тоже будут стараться что-то куда-то расти. Поэтому это отличная возможность сконнектиться, найти себе там какую-то тусовку в вашем городе или в соседнем, неважно. Короче, 7 апреля онлайн, записывайтесь, ссылка под видео. Ну, и сейчас пойдем еще поподходим. На всякий случай. Это... Ты очень, кстати, вовремя попался. Ну, все, видишь, как. Давай помашь. Все, давайте, сейчас, счастливо. Пока. Привет. Да вы классно выглядите просто. Сейчас что-то шокнет. Увидел вас. А вы куда идете? Сейчас мы ищем, где поесть сейчас. Поесть? А там же был кофе-хаус. Не, мы не любим. Не любите, да? Да не кофе, просто что-нибудь такое основательное. Слушайте, а можно буквально на секундочку притормозить? Хочу вам пару хорошо сказать. Не, спасибо, извините, зачем? А? Нам нужно идти. Не-не-не. Слишком настойчиво останавливаете. В смысле настойчиво? А как вам? А как вас обычно останавливают? Никак нас не останавливают. То есть не знакомы с вами на улице? Сегодня мы уже примерно 5-й, но... 5-й? Фига, вы прям счет ведете? Да нет, примерно же. Смотрите, я просто, смотрите. Сейчас, секундочку. Девчат, не бойтесь, правда. Молодые, у нас есть молодые люди просто. Я понял все. Всегда у всех есть молодые люди. А, ну, не в этом смысле. Просто... У нас есть молодые люди, отстаньте от нас. Да нет. Просто хотела хорошего что-то пожелать. Как вас вообще зовут? Просто кому желать? Алина и Полина мы. Алина и Полина сразу так. Меня Игорь. Очень приятно. Я не буду руку жать, извините. А что такое? Ты стесняешься, что ли? Нет, я просто не жму руку незнакомым людям, потому что, ну, понимаете, инфекция там все такое. Извините, конечно, я просто тряпочкой только что протер. Я не могу верить на слово незнакомому человеку. Ну, я понял. А тебя Алина, да, зовут? Алина. Алина. Алина, Полина, меня сразу так. Да, оно помогает. Ну, подошел к девкам. То есть я не слышу, но он пообщались на тему. Че говорят? О, у нас есть Витя на связи, ща. Я как найду тебе? Я как найду тебя? Витя, позвоним мы с Сашей тебе. Договорились? Скажи голосом. У нас есть просто друг Витя, китаец. Он реально китаец. Ну, он прям это... Он из Китая? Это маленький, цена 1 доллар. У них прям прикольно, он очень прикольно разговаривает, то есть мы, блядь, пытаемся имитировать всей толпой. О чем мы говорили-то? Нет, ну я просто подошел, короче, какой-то ступор у меня был, ну как обычно, они начали уходить, я, короче, потом вернулся. Вот. А ты дай ему обратную связь какую-нибудь. Я дал, настойчиво. Дай полкило связи сейчас. А, сейчас. Давай связи, ебашь связи, братан. Одна, короче, мне ручку дала, чтобы поздороваться, а вторая, типа, нет, типа, микробы, такая херня. Какие микробы? Она видела себя вообще, микробы. Типа, руку я не даю знакомым людям, типа, незнакомым людям, типа, там микробы, ну, я говорю, я тряпочки. Смотри, по поводу руки, короче, это не настолько принципиальный момент, да, то есть, ну, можно еще подержать, да, можно пальчик, но вообще, по сути дела, это, ну, как бы, ну, если этого нет, или если она принципиально не дает эту руку, это вообще никак не связано с тем, что там будет у вас потом, не знаю, секс, отношения, семья или нет там. То есть, еще раз, в очередной, в 105-й раз про Юрину, вот ту молдаванку, короче, красивую. Он шел в Эфимоле, то есть он знакомился с девушкой, она прям там нет-нет, то есть она просто заебала, короче, упираться. То есть в итоге он взял все равно номер, и когда он ей позвонил, она, короче, ну там написала смс-ку, она пишет, типа, что я думал, ты, ну, типа, не вызвонишься, не позвонишь. И в этот же вечер был секс, там, типа, он показал фотки, короче, казалось бы, где логика, да? А, она с мужиком. Какой интересный тоже. Тоже церковный? Да, да, да. Воцерковленный. Да. Но она такая, это, добрая. Тиндером не пользуешься, кстати? Нет.
А что, прикольная такая штука? А вон длинную, давай, это же любишь длинную. Давай, смотри, задача такая, забрать ее у подруги. Давай попробуем. Ты учишься, поэтому вообще любая, как говорят, БМ итерация. Я, кстати, на БМе был. То есть мы тоже сейчас проходим. Я видел, да. Вот, она уже хороша, давай. Прошелся немножко. Еще дооткрывал, до подогрел. Потом только не от нас. Не надо ее сразу тащить. Привет. Да вы просто классно выглядите. Шел, что-то не надо. А вы куда спешите сейчас? Вы куда, говорю, спешите сейчас? До метро? Че, просто так гуляете? Не, я понял. Сейчас, секундочку, давайте тогда я вам пожелаю хорошего вечера, и я пойду. Ну, вы можете пожелать на ходу? На ходу? Ну, просто так не очень удобно, если честно. Вас как зовут просто? Кому желать? Пока. Пока и все. Ладно, давайте все вам. Всего хорошего. И вам не болеть. Хорошего. Вот так. Ладно, давайте сейчас. Все хорошего. Новый год. Улыбается так. Такой счастливый. А что, она тоже не хочет уходить, да? Она такая прям какая-то мышь, вот знаешь, она у меня вообще, до них одно слово мышь, здравствуйте, я пошла в архив работать и давно дальше. Не виделись, короче, молодой человек, все, давай, типа они как подруги, я так понял, блядь, и все. Ну она прям так, нет, смотри, а ты сколько раз предложил это? Что? Я тебя понял. Ни разу. Почему? А, блин, прикол, а он Ваня, пытался ее отвезти, я думаю, что она не выходит. Не, ну ты надо было ее вытащить в сторону, что-то не вытащил. В целом-то они положительно реагировали, они улыбались. Ну не знаю. Пойдем в сторону. Как мне кажется, что вообще, ну на мой взгляд. А это вот прям именно сделать шаг туда вот. Потому что когда они там оказываются, там уже что-то начинается какая-то коммуникация, мозг что-то выдает. То есть, если уж ты подошел, как бы, ну, иди до конца, например. Что такое там сидит? Синий бубончик. Одна ли здесь вещица есть, понимаешь? Они такие, made in Восток. Привет. Здрасте. Да вы просто классно выглядите. Спасибо. Здорово. Офигеть. О, боже мой. Вы такие, кстати, обе улыбчивые. Без налета пафоса, да? А вам как бы по кайфу сидеть на холодной лаве? Можно? Не, я сейчас... Просто это... Жизнь есть вообще? Есть. Тем лица она? На самом деле мы не живые. А вы такие теплые, кстати, как ни странно. Да? То есть вы часов 40 уже, наверное, отсидели здесь, да? Ну, что, тепло? А у тебя просто такой какой-то нереальный помпон. Сейчас он просто офигеть. Он вообще просто какой-то. Это волшебный. Это знаешь, вот у меня первое вообще в голову лезет, это Йоджи Ямамото. У него же какие-то такие вещи все. Да? Там обезьяньи куты. Не, ну это круто на самом деле. Спасибо. А смотри, а он мягкий. Ну сейчас, погоди, это важно. Я не буду. Знаешь, этот помпон, он должен быть мягкий. Да, такой кольцо. Было бы странно, если бы он был твердым, расцеплянным. Он возбуждающий. А как вас зовут? А мы этот... не хотим. Давай, сейчас я... Давай типичную фразу, да? Вы... Мы не знакомимся, мы так пару слов. Слушай, ну это вообще трэш, ты же потом... Да, нормально, не парься. Отморозишь себе. Не холодно так? Главное, чтобы вы ничего не отморозили. Мы, у нас там это... Молодцы. Нормально сейчас проставим. Тройной трусы. У вас тоже неплохие. Не, серьезно, мы так, знаете, пару слов. Меня Вову зовут. Камила. Офигеть, татарский. Меня Игорь зовут. Нет, ну близко. Как тебя зовут? Игорь. Ня. Нет. Теплый, ну, тюркский народ тоже. Тюркский. Крутяк вообще. Не, просто это, я на самом деле Су. Вы понравились моему брату.
А кто ваш брат? Вот. Я. Вот, брат. Зашибись. Вот, поэтому я вас оставлю, и это самое, ну, правда, чувак. Я тебя на съедение оставлю. В пасть хищнику буквально, двум. Все, давай. Прямо так, конечно. Но я в хорошем смысле, чем вы красивый. Мне правда, просто все и папа понравились достаточно. Так, а, да? Помог мне брат. Так вы братья по-настоящему? Ну, двоюродные. А, ну мы тоже двоюродные. Просто. Двоюродные? Да, братья. А можно еще раз зовут как просто? Камила. Камила? Меня еще раз видит. Наташа. Наташа. Просто теплые реально очень руки. Да. Слушайте, а можно Камилу вот на секундочку? Я просто хочу тебе пару хороших слов сказать. Мне слов? Да. Я... Ну да, можно. Прям такой кулачок сжал. Да, а что такое? Просто хотел с тобой еще раз просто увидеться. А, нет, блин, прости, пожалуйста, я не свободна. Что такое? Муж. Не свободна. Муж? Почти. Муж? Почти муж. Не, смотри, просто как бы ничего такого, просто хочу с тобой чайку попить. Не, прости, у меня парень против будет, я не встречаюсь с незнакомыми людьми, чайку попить, не, сори. Секунду, все, давай. Давай, пока, счастливо. Надо подождать, всего хорошего, давай. Там. Тебе тоже всего самого наилучшего. И там, ну, на самом деле, дофига красивых девчонок, весна. Так что я тебе желаю найти ту самую, которая с тобой не один раз чек попьет. Так что все будет. Давай, все хорошо. Давай, девчонки, всего хорошего. Давай, Диман, сейчас это, что она говорит? Да нет. Они спалили камеру, да? Нет. Не спалили. Не меня спали. Паранойя, да. Нет, а она посмотрела. Ну, знаешь, они смотрят. Да, а, они смотрят там обычно по вечерам еще раз. Они не смотрят на низ. То есть, как бы. Что говорят? Я смотрел, ну, на самом деле, как бы. Ну, я не хотел с ними общаться дальше, да? Хотя дай... можно было. Но это не то, что мне надо. Да, это понятно. Там тебе надо было прям. Ну это тоже опять теплый, блин. Ну то, что я просто имена их не сразу не запомнил, я еще раз попросил с ними, короче, ну, сказать их имена. А ты вот ее поднял, за что было? Я хотел, ну, чтобы наедине, типа, ей сказать пару хороших слов. Хотел она сказать. Не пошла потом? Она сначала пошла, встала, она кулачок, типа сжала, не знаю, ну, потом руку хотела, убрала. Хотела, короче, всечь тебя. Наверное. Ну вот, сказала, типа, просто понравилось, хотел, ну... И что, она говорит, нет? Она говорит, все, там, типа, молодой человек, типа, почти муж, говорит, так что категорически... Ну, надо было еще что-то говорить. А, типа, нет. Я ей сказал то, что я, как бы, ну, не набивать, просто с тобой хочу пообщаться, чайку попить. Она, нет, все, ну, категорично. Ну, не знаю, надо пробовать, ну, это понятно. Больше настойчивости. Естественно, смотри, ну, тут сначала подошли двое, да, устроили какой-то цирк, потом я съебался, ну, то есть, как бы, она такая нерядовая ситуация. То есть, эти все факторы, они отягчающие. То есть, когда ты подходишь один, единственное, о чем бы вот я делал, да, то есть, ты не вот прям подошел там, а ты идешь, что-то бросил, и если они нормально реагируют, как там еще что-то раз. И они уже изначально лучше настроены, потому что когда ты подходишь сразу знакомиться, у них сразу, знаешь, типа такое, дай-ка я повыпендриваюсь. Как бы. А если ты такой прохожий, который дай-ка я типа пару слов еще скажу, они прикольно реагируют. Ну нормально, ты пока разогнался, мы пойдем хавать. Давай, хорошо. Еще раз. Давай. Все, давай помашем ручкой. Все хорошо. Волгограду привет, короче, большой.